сейчас мы подходим к каньону. Как называется это? Подковы. Изгиб подковы. Далеко от города Пейдж. Вот там вот Пейдж. Город. Кстати, опять повторяюсь, кто смотрел «Орел и Решка» в Пейдже, Бедняков здесь был. Вот, по словам, по стопам «Орла и Решки». Собственно. Народу, конечно, да. Вот мы дошли, да. Подковы. Это вообще, конечно. У меня нет слов. Поэтому, конечно, стоит смог немного. Хочу сейчас снять видео, чтобы вы поняли, насколько это масштабно. Вон там вот внизу, сейчас я увеличу, вот внизу, там сидят люди на лодках. Не знаю, там они купаются, видимо, разбили палатку. В общем, вот такие маленькие людишки, такая огромная гора.